Характер такой серьезный, ну, вроде мужской. Вам бы взять мужчину тихого. А на что он тихий? Мышей ловить? Скажите, а кто это пустил про Павлу слух? Что она была женщина? Это муж мой покойный. Ну, знаете, я тоже так поддерживала, чтобы не очень-то люди интересовались. Знаете, Пашенька у меня тогда всегда прямая была. Вот что думает, то и говорит. А кому это может понравиться, Софья Ивановна? Вот, да. Да, конечно. А муж-то мой покойный подозрению имел, что Пашенька не его дочь. Разве? Ну, вот, это всем известно уж. Он, бывало, выпьемши, когда везде кричит. Ревновал он меня очень к одному. Тут был тут один... Отец сектант. Шохин? Вот, ну, вот и вы знаете. Вот. Ну что вы, без связи с вашим именем. Просто знаю, был сектант, человек гонимый. Ну где ж без связи-то? Ой, да, гонимый. Да. Он, бывало, очень покойник, знаете, муж мой, вот так, глядит на Пашеньку, глядит, а потом как зарычит, не моя. Не моя, я человек подлый. Ты говоришь, ну я же баба глупая, а она вон какая, не моя дочь. Все. Бил вас? Да. Это, конечно, да. А мне что? А вот за Пашеньку боязно было. И я как-то так вот его обошла, и Пашеньку монастырь-то спрятала, потому что у меня Софья Ивановна, кроме ее никаких надежд нет. Никаких, кроме ее надежд нет, Софья Ивановна. Понимаю, Анна Марковна, понимаю. Самовар ставить? Чего ты бесхотишь, пугаешь? Нет других, что ли, идут? Скажут, когда надо. Ступай, ступай! Что ты, баба, заткнула дверь? Жарко. Нареченная мамаша. А, ну где уж тут мамаша-то? Пелагея у нас придурковата. Кто? Женщина эта. Только она одна? Это я запомню. А зачем же запоминать? Это он шутит, Анна Марковна. Я плохо понимаю такие шутки-то, Софья Ивановна. Там какой-то мужик на коне верхом. Это Шохин, Анна Марковна, это ко мне. Шохин пришел. Ну, я бы вышла к тебе, я. Ничего, доброго здоровья. Здрасте. А вы не стесняйтесь, проходите, пожалуйста. Не стесняйтесь. Ну? Что? Хотел сказать, что письмо напишет. И больше ничего?
больше ничего? Ничего. Спасибо. И отчего ты, Яков, всегда такой угрюмый? Жалования мало получаю. Софья Ивановна, слово у меня к тебе есть. Да, что такое? Лесничий этот, Василий Павлович, вчера говорил, что вот всех нас за наше хозяйство надо под суд сажать. Что, мол, от нас реки мелеют, земля портится. Ну, иди. Иди, раб. Земля портится. Тебя подумать о себе самом пора. Пенсоль, я же никого кроме себя не думаю. Дуришь ты много, Миша, играешь. А вон невеста моя играет на простоту. Доброту. Она действительно доверчива. И кошка будто бы доверчива. А ты попробуй-ка обмани кошку. А при чем тут обман? А знаешь что? Пусть лучше отец женится на ней, и меня так в отставку, а? Перестань, что за чушь? Все равно сейчас ты женится, потом отобьет. Она ж доверчива. А что за глупости, Лев, в голову я тебе? Я хотел поймать в воде отражение цветка, но зеленый ил один подняла моя рука. Это что значит? Ничего не значит, шутка. Ой, Миша, смотри, жизнь серьезна. Миша, ну, наконец. Я всегда говорю правду. Да ну! Видите? Посмотрим. Мама! Илю! Лишнее пьешь. А, жених должен показать себя со всех сторон, Павел Николаевич. Лиса, жених. Устали? А? Да, жарко. Пить хочу. Мама! А вы сами платье шили? Сама. А что? Идет вам. Люблю, чтобы все было свободно. Который красивее? Старший. Я тебе спиток. Да ладно, что ты? Не хватит. Антип. Да ладно. Ты извини, Павел Николаевич, на тебя вызову. Смеши, да? Давай у нас сюда уже. Пожалуйте закусить-то. А, тесно! Как в курятнике, а? Мила, сопроси. Софья Ивановна, надо быть дома. Что? А то я буду бояться вас. Все про свое. Надо быть добрым. Павла? Зовите всех к столу-то, а то меня никто не слушает. Ой, нравится мне ваша дочь. Ой, дай ты, Господи.
Софья Ивановна, вы бы за ней посмотрели бы, поучили бы ее, Софья Ивановна. Да, конечно. Наше бабье дело везде общее. Ты на людей не надейся, Павла, никогда. И лучше от них не жди. Мы все живем для того, чтобы взять, а не дать. Люди, ну чем я им обязан? Горем да обидами. А, рука, смотри, которой я жизнь строю. Это же моя рука. Я не четвертый раз вижу, а ты, скажем, моя будущая дочь. А слова-то у тебя все одинаковые. Ласково надо, по-доброму надо. От того, что жила в монастыре в чистоте, ты давай пойди, выйди, пожалей на людях. Другое заговори. Иногда так вот на город глянешь, и охота запалить его со всех концов. Сейчас. Да и я сгорю. Нет, это скажу. А что это вы, Михаил Антипович, не выпейте, не закусите? А мне папаша не велит. Че? И невеста не угощает папаша. Пожалуйста, я налью. И себе. Нет, не люблю я. А я очень люблю. Водку. А говорят, вредно это. А вы не верите. Врут. А водка, она размягчает душу русского человека. Папаш, ваш сын. И вам, сынок, не хворать. Слабоваты люди здоровьем становятся. Нельзя, Пашенька у меня. Я не про Пашенька. Я вон мой. Много ли выпил, а глаза мутные, а рожа оглупила. Сыночек ваш еще молодой. Ну и что, что молодой, это у него пройдет. Молодость проходит. Сыночек. 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 Пойди проверь. Пойди проверь. Не, пошли. А немного ли пьешь? Первый день меня знаешь? Следи за собой. Не мешай. Ты что затеял? Знаешь, что делаю? Знаешь. Разве он ей пара? Его не исправим, ее погубим зря. Сговора не весело, а? Все у нас... Да, идешь, моя тетка серьезничает. Да. Эх! Жаль. Народу мало. Вот и сказалось, нужда в людях. Это ты меня сейчас подделал, да? О, прямо ты в мыслях своих, Павла Николаевна. Но видно, женщине так и надо. Держиться одно против всего. А мужчине? А что мужчине? Мужчина, вот он дикий. Так не дверь, видишь, его схватит, засится. Так он... На рогатину. Видно, жизнь мужчин-то дешевле. Пожалуйте чайку-то. Нам сейчас чего-нибудь холодненького надо. А я шампанского, папаш, советую. А. Первый твой совет умный слышу, зая. Ну, сгоняй. Найди, найди, найди. Я могу. Давай. Да? Давай. Я могу. Да. Женщина. Да. Видала? А я втрое более его выпил. И такой я ваш сын. Больше людей. А что, что вы на меня так смотрите? Под одной крышей будем жить. Понять хочу, с кем. Вот ты говоришь, в монастыре хорошо и спокойно, тихо было. Так у нас
В доме у Зыковых тоже вроде как монастырь. Ну, разве что иногда Софья Ивановна поскандалит. Че? Вот ведь вы добрый. Я добрый? Ну, не знаю, может, со стороны виднее. Да некогда я добротой не похвастаюсь. Ну, что, осталось хорошее в душе такое? Да некуда этот хороший свой кусок души. Нет в жизни места для добра. Во! И людей я не люблю. Нет. Скучатся они в одну кучу. И скука! У меня в доме один хороший человек живет. Тараканов Матвей Ильич, бывший помощник исправника. Спасибо. А, сестра, прости. Но ну, ты уж другая, ты чужая, ты не нашего Зыковых гнезда будешь. Вот 6 лет замужем за дворянином было. Мы же сейчас с Павлой про добро говорим. Ну какая ты, Соня, не добрая, не злая. Бог. Хорошо, ты меня рекомендуешь. Неплохо. Анна Марковна! Иди сюда. Вот на 20 лет меня моложе. Чё ты? Ага. А я к ней, как к матери, за советом хожу. Маманя. Совет дашь, маманя. Ну, да, так мы с тобой про доброту говорили, да, про добрых людей. Тараканов Матвей Ильич, помощник исправника. Знающий человек, умный, добрый. А его за эту доброту, за службу, да и прогнали. Да. На нее смотреть забавно. Это как на такую вещь, понимаешь? Я думаю, старину его домашним шутом бы сделали. Почему шутом? Ну так не видится. Ну перестал бы, да. Подожди. Не мешай. Ты, Соня, умница, всякому делу хозяйка, но ты женщина, значит, ты птиц вольная. Снялась, улетела, я остался... А Михаил Антипович-то? Да сын, что ли? Да. Да как-то мало я от Михаила Антиповича добра знаю. Мы же ведь честное дело затеваем, да? Да. Так нам вся правда нужна? Да. Да? Так вот, мало Михаил в жизни хорошего накопил. Стишки сочиняет, на гитаре бренькает. А училище реальное не закончил. Не хватило у него умения или терпения. Ну, может, и я, конечно, терпением не похвастаюсь. Ну, да. Да. Зачем же вы конфузите моего жениха? Чем я его конфужу? Это мой сын, я помню. Что же вы обо мне-то думаете, говоря так о сыне вашем? Верно спрашиваю. Так. Милые мои, послушайте-ка меня, мать. Ну, сядь, мать. Антипа. Антипа. Ты обдумал то, что делаешь? Размышлять не умею. Пусть другой размышляет. Я знаю, чего хочу. Павла Николаевна, встань. Будь со мной. Это что? Это что? Господи, 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 Господ
Мама! Ну, все горе испытано из-за нее, за дочь мою испытано. Пожалей, дочь мою, и тебе мою не... Господи, помилуй, А ваша дочь очень умная девушка. Да. И если я правильно понимаю, ваша дочь, видимо, не против. Смешно, да. Да. Не знаю у вас никого. Приехали сватать сына, племянника. Вдруг что такое стало? А? Я желаю слушать. Я мать. Я не могу. Я желаю слушать. Анна Марковна. Папа! Анна Марковна. Папа! Ой. О. Приветствую. А что это вы? А что? Мне ваш Личардо Шохин сказал, что вы здесь, и я счел долгом засвидетельствовать. Вы ж знаете, нравы-то у нас простые. А вы все обращаетесь? Да, да. Я все обращаюсь. А вы все сватаете. Уже известно? Конечно. Известно также, что и невеста не совсем при своих мозгах. Вы, разумеется, слышали о романе моем якобы с вами? Слышал. Люди... предупреждают события. А вы не опровергали это вслух? Зачем? Я горжусь им. Они были сами пустили его. Ну, что называется, заткнуть вопросы голой в окна. Но когда со мной говорят в таком тоне, я становлюсь нахалом. В воскресенье можно к вам? Пожалуйста. Но можно и не приезжать. Я лучше приеду. Ухожу. Почтительно кланяюсь. Всяческих удач вам. Успехов всяких. Не забудьте о моей просьбе, о копии описи. Я ничего не забываю. Нельзя найти шампанского там чертовом углу! О, кого я вижу, а? Ты что же путешествуешь одиноко, живи, вечером увидишь, один, за такой мальчишник. Как весенний цветок среди белой зимы, я увидел твою красоту. Яркий А где ж все? Там. А? Меня исключают. Да я слышу отцово красноречие. Ты, кажется, везде будешь лишним. А я ведь говорил, что так будет лучше. Вот цвети, мальчишник, ну зачем он тревожит смирного мальчика, птица? Птицын, скажи, тебе... тебе скучно? С вами более чем скучно. С вами ужасно. Ну вот, сестра! Соня, решили мы? Софья Ивановна, поймите меня. Простите. Я не знаю, что сказать. Не знаю. Миша, а? Сынок. Да? Ты не обижайся, что ли? Невест много, на твой век хватит. Колечко дай. А. Может? А? Павел
с отцом здесь поговорили, и как-то решили. Я же понимаю, что не пара я вам. Мы будем дружно жить. Конечно, живем. Вот это замечательно, которая. Какое, может, да. Слово тебе дам. Все будет хорошо. Твоя, а твои добрый меня, человек. Меня, у тебя мать была, любила Ой. Тебя. Вспомни свою Ой. Мать, матери твоей. Мать, ради пощади, пожалей. Мать, 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 Нет, слушай, 25 тысяч в банное имя просто. Нет, мне 25 тысяч уже положи! Милая моя! Павла, идите! В сад! Да. Всех! Пойдемте! Душу! Сейчас. Выпить хотели? Сейчас, мы там выпьем. Ну да. Эх ты, дитятка, ну что? Ничего, лицо, ничего. Ну, пошли. Не пойду. Почему? Не хочу. Значит, не все равно? Неловко как-то сжаться. Такой мужик красивый, цельный, литой. Литой. Ему ли пряники? Ну что поделаешь? Человеку всегда хочется счастья. Немножко счастья. Немножко. Зачем же немножко? Немножко скучно. Все образовалось от смятения понятий. Смятение понятий? Да, никто не знает точно, где его место. Вы бы, Матвей Ильич, господин Тараканов, рассказали, что эти без жизни и, пожалуйста, без философии, а? Без философии ничего нет.
ибо во всем скрыт свой смысл. Его надобно знать. А если я не хочу ничего знать? Ну так и... Это каприз юности. А я не хочу. Ну не спорьте, говорите просто. Ну вот, допустим, вот тебе вот скажут. Посторонись. А ты не поймешь. Ну? Ну? Шибут с дороги-то. Посторониться я, господин Тараканов. Всегда успею. Да? Да. Я брезглив. А вот это я не понимаю, что это такое брезглив. Брезглив. Не надо сердиться. В сердцах чаще всего ошибаются. Перестаньте вы тоску-то сеять. Ой, Павляй. Хочешь пена? Нет. Да. А велите мне приготовить блинчики в ужин. Да. А чего ж только вам, я тоже, может быть, люблю блинчики. На. Да может быть, мамаша, может быть. Пьющие сладкого не любят. А вот это уже хорошо. Хорошо, пьющие сладкого не любят. Это называется афоризм. Пьющие сладкого не любят. Почему афоризм? Почему? А черт его знает! Да. Странный вы человек, Миша. Да все люди странные, господин Тараканов. И понять их ничего нельзя. Вот вы тоже странные, а? Вам бы сейчас служить, бы сейчас взяточки бы брать. А вы что, а? Философствуете? Мне взяточки брать ничему. Я человек одинокий. А я слышала, сын у вас есть? Я от него отрекся. Совсем? Окончательно. За что? А за то, что он Россию не любит. Россию не любит. Не понимаю. Да Матвей Ильич сам давно ничего не понимает. Как со стариками-то нынче разговаривают. На, тебе. Да старики сами сознаются, что живут в смятении и понятии. Мамаша, подождите-ка! Подождите-ка! Учить. Господь с тобой, кто тебя учит-то? Паш. Не обижайтесь, вы друг на друга зачем, а? Миша, а спойте вашу песенку про девушку. Не хочется. Пожалуйста. Родителей надо слушаться. Надо. Песня про девушку. Полем девушка тихо идет. Я не знаю, кто она. Не ее ли мое сердце ждет грустью околдована? Что же это? Не ее за девушку-то, а? Сердце ждет. Мешайте, это мечта. А, мечта. Да. Ну, понятно. Ну да, вообще, значит, так вот. Просто вот девушка. Ну не мешайте же, а? Так и тебе. Смотрите, очень надо жениться. Сладкие стихи читай. Поэтическая картина. Основной проповедник правды и добра приветствую вас. Здравствуй, Миша. Добрый день. Павла Николаевна. Вы все хорошеете. Прошел насквозь весь дом. Тетя Соня в доме. Потом услыхал тихий звон гитары. Чьи-то стихи? Твои, Миша? Мои.
Ты знаешь, плоховато. Впрочем, для домашнего пользования вероятнее же. Позвать тетю? Сиди, я позову. Нет, лучше я. Почему же лучше? Почему? Знаю. Хорошо, пусть Миша. Поле. Девушка тихо идет. Я не знаю. Да, вот хорошо быть военным писарем. Это очень смелые люди. Они прекрасно ухаживают за барышнями и дамами. Как вы находите? Я не знаю, не видала. А вот писаря и парикмахеры тоже очень любят играть на гитарах. Да? Да. Вы плохая Ева. Вас мало не подпустит. Вас не интересует, почему я стал так часто бывать здесь, а? Нет. Жаль? Не интересует. Хотелось бы, чтобы вы подумали об этом. Вы старый знакомый тетя Соня. Знакомый-то я старый, но душа у меня молодая. Ее влечет к молодому, как вас, например, к Мише, очень глупому парню. Он вовсе не глупый. Ну, я-то его лучше знаю, чем вы. Он уже постоянно пьянствует со мною. И меня вовсе не влечет. Не влечет, да? Старый муж, грозный муж. Не боюсь я тебя, презираю тебя. Это не прав. Что не прав? Все. Что все? Вы говорите, я не хочу с вами. Чего не хотите? Я не знаю, как это сказать. Это чего не хотите? Вы на дороге. Чего не хотите? Ой. Дурочка. Ходи-ка, какой прекрасный. Жарко и пыльно. Здравствуйте. А вы чем Павлу расстроили? Я? Ой, ну, не играйте, не поверю ведь. Она меня очень забавляет. Да? Да. Что, повредили превратиться в брак? Не говорите пустяков. Вы привезли, наконец, бумаги? Нет. Мой письмоводитель такой лентяй. Ну, вы тоже трудолюбием не отличаетесь. С какой стати я буду трудиться для диких людей, которые не способны оценить значение моего труда? Я люблюсь принципиально. Не ради оригинальности. Я живу среди людей глупых. Бесчестных, да. Ленивых, да, некультурных. Да, да. И не хочу. Нахожу бесполезным делать для них что-либо. Это понятно, надеюсь? Понятно. Но не лестно для вас. Да? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Кстати, этот ваш Хеверн. Не станем говорить о нем. Почему? Я не хочу. Чтобы я говорил о нем? Да. Вот как? А я честно затем и явился, чтобы сообщить вам об этом господине. Этого господина зовут Густав Егорович. И я его очень уважаю. А если окажется, что он жулик? Вам что угодно? Позвольте. Я только что сказала, как я отношусь к этому человеку. Ну, можете же вы ошибаться. За свои ошибки я расплачусь сама. Я чувствую людей не хуже, чем вы. Да моего отношения к вам вы, однако, не чувствуете. Это неправда. Неправда. Вы, я знаю, не любите меня, не верите, не доверяете. Как вы ошибаетесь? И не ошибаюсь. Я для вас купчиха.
бывшая замужем за помещиком, испорченная и утомленная им. Женщина богатая, хитрая, мысль грешная, трусливая, да, и глупая. Это в расчете на глупость вы рисуетесь передо мной цинизмом? Я не циник, а скептик. Да, 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 как все неглупые люди. А я хорошо ведь помню. Помню ваши первые атаки еще тогда, при жизни мужа. Знали вы, как я тогда нуждалась в части, в честном отношении ко мне. Я относился к вам честно, как умею. Вы плохо умеете. И вы тогда нравились мне. Я думала, вот хороший, умный человек. Ну, тогда я был глупее, чем теперь. Я вам не уступила. И это на время зажгло ваше самолюбие, ваше упрямство. Не упрямство, а страсть. А полноте, вы и страсть. Ну, вы как шутаете. Да, извините, я горячусь. Ничего, хотел бы слушать и дальше. Да? Да. Продолжай. Ну, какой-то такой разговор должен был быть между нами. И мне тоже так кажется. Продолжай. Однажды я едва не поверила в ваши чувства. Это все равно для вас. А хотел бы я знать, что вы обо мне думаете? Нехорошо. Я о вас думаю. Ну, на чистоту. Если попадете в сердце... То что будет? Ну, что-то будет. Знаете, а вы вашим якобы таковым чувством ко мне пользуетесь, чтобы прикрыть вашу лень. Вашу плохонькую жизнь. Для начала не дурно. Вы очень нечестный человек. Однако. Да, нечестный. Честный человек не может всем пользоваться, ничего не платя, ничем не отвечая за то, что берет. Я не помню, что я у вас взял. Говорят, вы строгий законник. А я думаю, что вы преследуете людей только потому, что не любите их. Скучно вам с ним. Вот, вы белка. Злобно мстите за то, что вам скучно. Власть данную вам, вы пользуетесь как пьяница. Или как покойный мой больной муж. Послушайте, я плохо говорить могу, но скажу вам по душе. Вот жалко мне вас. Не благодарю. Ужасно живете. Да? Да. Ничего и никого не любят. Да, я не люблю людей. Вы и дело свое не любите. И дело не люблю. Охранять леса, нет, это меня не забавляет. А вы же этому учились? Именно это. Охранять леса? Да. Далее. Как же так? Ну как? Ошибся? Обычно ошибка русского. Русский человек, прежде всего, стремится уйти из своей родной среды. А куда? Каким путем? Это все равно. Всем нас возьмите. Да. Ну, вы все сказали, что хотелось? Да. Какой же вывод? А сделайте вывод сами. Может быть, вы надеетесь, что я после всей философической беседы застрелюсь! Нет! Нет, я не застрелюсь! Таких, как я, тысячи! И жизнь наша поле, сударыня! Таких, как вы, единицы, но десятки! Вы совершенно лишние люди в жизни всей! И девать вам тебя некуда! Раньше мы вон в революцию шли! Но революция больше никому не нужна! И сделайте отсюда вывод! А я все-таки попала вам в сердце. В сердце? Нет! Ну, а мы кончили? Ой, Господи! Все-таки есть мне к вам нечто в душе. Совершенно ненужное ни вам, ни мне.
Просит посмотрите на людей, сударыня, очень уж несложно. Доставьте вы эту сложность! Постыдитесь ее, наконец! Вы сердитесь? Да за ней вы скрываете пьянство! Ложь, разврат! Нет, я люблю сердиться сам, но когда другой, особенно женщина, отдает себя наслаждению злости, нет, мне это не нравится, ухожу. А я не считаю, что мы поссорились. Можно? Как хотите. Не считаю. До свидания. Более приятного для меня. Время изменится. Ну, а ты что сделал? Ну, сугарку немного взяла. Ага, надо было попросить. Да, так ведь не дала бы она. Надо было у меня спросить. А тебя не было? Надо было подождать. Разве что так. Ой, дура я. Конечно, дурочка. А когда я умный-то буду? Подожди, будешь. Пойди посмотри, кто приехал. Гляди-ка, немец твой. Ой, Софья Ивановна! Софья Ивановна! Анна Марковна, а вы что прячетесь? Анна Марковна. Беседовали вы тут? Да. О, Софья, у меня варенье-то прикипело. О. Да. Софья Ивановна, вы девчонку эту напрасно ласкаете, а она сахар ворует. Приехали. Знаю. Иду, Павла. Спасибо. Вера. Да, а вы бы приготовили чего-нибудь холодненького. Наверное, попросим. Наверное, попросим. Ой, Паша, напрасно мы, Паша, домишко-то свой продали, напрасно. Да нет, пустяки, мамочка. Ничего не пустяки, свой-то угол никогда не пустяки, Паша, никогда. Ой, Софья-то смелая женщина, как сейчас лесничку-то отшивала. Она хорошая. Все хороши, да не на шее. Должно быть, за немца решила выйти. И умная она. Да? Ну, это ж довольно глупо, когда женщина всегда-то и умна. Паша, ты бы не часто с Михаилом-то, Паша. Вот не часто бы ты с Михаилом, Паша. Ой, оставьте, мамаша. Да. Не часто, я говорю, с Михаилом-то. Мамаша. Да. Так скучно с вами. Да? Да. На себя посмотри. Вы стали злая. Сама-то как остала. На себя посмотри, как ты с матерью-то разговариваешь. На кого вы злитесь-то, мама? На себя посмотри, Паша. Как ты с матерью-то разговариваешь. Говорит, напрасно, что домишко продали.
подозрения оправдаете? Вы били их. На то нанят. Ну, нельзя же за этого убивать-то. И за меньше убивать. Мамочки. Ну, напрасно это. Это кто убежал? Это... А? Шохин. А чего? Не знаю. Михаил где? В себя должно быть. Смотри. Хоп! Смотри. Красота. Эй! А? Опа! Ой. Ну-ка! Чё грустный-то? А? Что? Шохин этот. Ну? Он ведь человека убил. Ну, убил, дурак. А чё, я ему адвоката нанимал, мы его отсудили. Нет. Да хоть же я его прогнать могу. Нет, не надо. Не надо, а то он меня. Чего? Кого-нибудь другого не надо. Эй, эй, эй. Ты что? Лежу я на тебя. Большие слова в душе ворочаются, а сказать не умею. Если бы ты поняла без слов. Я пойму. Погодите. Да жду я, жду. Только учти, я человек короткой жизни, люблю, чтобы сразу мне все открывалось. А он про вас говорит, что переменились вы. Я? Да. Как-то переменился. От чего? Я не знаю, от чего. А кто говорит-то? Люди. О, люди. Дела забросили. Так мои дела. Хочу брошить, что нет. А, странно от тебя слышать, ребенок, а туда же. Дела я забросил. Про вас весь день хорошо говорят. Так из зависти, богатый я. Вот, потому и говорят. И все должны быть богаты. Будут люди жить независимо, без зависти. Хороши будут. Они достигнут до этого, пропадут в низости своей. Правильные слова? Правильные, не мои, Софьины. Да. Да. Ой, да. Что? Ой. А еще говорят, что все в свои руки забирает тетя Соня. Ну, еще я узнаю, кто это говорит. Да. Так я ему башку сверну. И ты этих мудрости не повторяй. Тебе я приказываю. Видишь, ты куда метит, а? Меня с сестрой никого не поссорить! Слышь, ты! А, вот уж вы и рассердились, а еще просите, говори со мной обо всем, что думаешь. Да ты говори. Да. И все ты мне говори. Только ты свое говори, а не то, что люди там языком чешут. Люди больше от зависти. Счастливый человек всем враг. Несчастные люди малосильны, оттого завистливы и слабы. Да? Ага. Миша вот слаб, но не злой, не завистник. А что ты про него? Ну, потому что неверно вы говорите о людях. Неверно, потому что сын, но так у меня вышло. Вы тут не думайте.
Про что не думать? Вовсе он мне не интересен. Я тебе верю. Ты же верю. Сказала и забыли. Люблю я тебя, Павла, так? Что даже задыхаюсь от этого. От силы. Ну что? Ну что? Идем к пруду. Нет. Я тебя поцелую там. Хорошо. Хорошо будет. Это не хорошо. Ой, как хорошо будет. Пойдем, пойдем. Черта сказать всегда прямо. Да. Но я буду богач. Я уже есть богач. Я хорошо понимаю, что нигде не нужно быть так богатым, как в России. Где только деньги дают независимость и почтение. Но я знаю, что 40 лет я буду иметь 100 тысяч. Мне 34 года. О, слишком много арифметики. А нужно уметь считать. Да, хотя бы для того, чтобы... 50 лет не жениться на 20-летней девушке. Это никогда не составится, и не может очень вредить дело. Вы думаете? Я уверен. Поздние браки в России всегда неудачное дело. Когда человек торопится, домой дело теряет. От этой торопливости могут пострадать интересы третьих лиц. Мои, например. И ваши, а также мои. О, Миша, Миша, вы утром ловили окуня? Ловили. И что же? Поймал. Много. Под ногу! Большой? Вот полофунта! Очень плохо. Ничто не берет так много времени, как ловля рыбы. Да, вчера разговаривал с вашим предводителем дворян. Это очень странное лицо. Да, отчего же? Он так с яростью говорил о честных сослугах дворян перед Россией. Очень красиво. Но стоит ему предложить 2500 рублей, он без усилия покривит себе душу. А вы предлагаете? Ну, зачем? Вы живете дружелюбно с Павлой Николаевной, да? Она очень хороший человек. Честный и добрый. Это приятно. Приятно.
Но, как мне кажется, русские добры лишь по слабости говорят. Не знаю, вам виднее. Да. Да. Ведомость готова? Нет еще. Как нет? Я видел! А почему счета через Арабинской дачи еще не доставили мне? Что я сделал? Счета у меня. Их нужно проверить. Что ты его защищаешь? Он же проверить сам не может. Никлич, иди сюда. Как поступаете, Павла Николаевна? Благодарю вас. Хорошо. Я очень рад. Очень рад. Вы серьезно? Что именно? Вас действительно радует, когда людям хорошо? Конечно. А как иначе? Когда всем хорошо вокруг меня, я выигрываю. Так это просто и верно. А я очень люблю все простое. Оно именно верно. Мы было на нем смотрели. Пожалуйста. А, Михаил. Михаил. С нами. Соня, а ты не знаешь, купили мы лес перед родителями? Нет, не знаю. Почему не сказал? Я был уверен, что вы сами. Сколько? 23. Ты же не хотел давать больше 18? Да, не хотел. Да. Что? Почему? Ну, потому. Этот конкурент новый явился. Потому? Иди работай. Ну ты что грустишь, а? Я устала. О чем беседовали? Смотрел на меня. А я от этого плакала в уголках. Мне
хотелось подойти к тебе и сказать, я не плохая, не жадная, но смелости не хватило. Нет, я плохого не люблю, я боюсь его. Эх, девочка, девочка, трудно тебе будет. А мне уж стало трудно, тут Шохин ходит. Убил человека, ничего, ходит. Послушай, а ты его не бойся. Он не злодей, а несчастный. Он ведь думал, что это его долг убивать людей, которые крадут добро его хозяина. Но он понял, что сделал, и теперь всю жизнь не простит себе этого. А я хотела пожить тихо, чтобы все вокруг были добрые, улыбались и верили, что ты никакого зла не хочешь. В это не поверил. От чего? Нет. Ну от чего? Не поверил. Как перед праздником, все сделано, управились, устали, и с тихой радостью ждут светлого дня. Ой. Научи меня. Да чему? Как лучше жить с людьми. Сама не знаю. Жизнь проходит в пустяках, в тумане. Не знаю. Не знаю. Чего тебе хочется? Мне? Ой, Павла, мне хочется нагрешить. Ой. Набуянить, нарушить все законы, все спутать, а потом броситься под ноги к людям милым. Родные мои люди, низкая грешница я. Низкая грешница! А это так же погубишь себя. Да ради людей Бог погиб. О чем вы толкуете? Разное. А что ты испугался? Ну, не виноват, не бойся. Вот. О чем говорить? Да разное. Говорить надо меньше. Кричать меньше надо. Вы вот все кричите, это не нужно. Я не со зла. Голос такой грубый. Не со зла. А хозяйка, ты нам что-то организуй, закуски какой, чайку. Иди, радость. Они со зла. Иди, свет, очевидно. Иди. И закуски давно. Портишь ты мне ее. Портишь ты мне жену, говорю. Молчи! Молчи, молчи, молчи! Молчи, молчи! Что ты, слышишь? Ну что, хорошо? Спокойно, сладко тебе с молодой? Она жаловалась? Нет, извини. Извини. Тяжело на душе. Извини. Испугался я, Господи, помилуй. Я ее так люблю, я себе сказать не могу. Счастье это не дает ни тебе, ни ей. Ну что за это все счастье? Соня. Ну что? А, у нас с Михаилом как? Ничего там? Ты это брось! Не внушай этой мысли ни себе, никому, слышишь? Ага. Кевин, там, ну, планы залез, надоел. Ты для него становишься слишком выгодным компаньоном. Как то? Так это, не раздевай рта. Да, я думал, я с ним это... Да не о том думаешь! Да, трудно тебя понять, Соня, ну, блин. На Мишу при Павле орать не надо. Ну, досаден парень, беда как, зачем живет, чего ради? Да себе подумай! Да не, я Павлу не обижу, не говорю. Над матерью не смейся! Так, а я побищу!
бабищу эту. Я бы смыл за башку когда-нибудь, вот так, понимаешь? Подниму ее в окошко, как шандерфрак. Ты чего? О, Господи, ты без чего? Устала. Чайку? Водички? Я привет. Ну, давай, давай, давай. О, Господи, смотрите, папаша увидит, шум будет. Ой, тут уже пошутить нельзя. Да я молодая, мне скучно. Всем скучно. Пойдемте в сад. Не могу. Мне в контору надо, сейчас допью и пойду зарабатывать хлеб свой в поте лица. Пойду так. И буду идти неделю, месяц. Прощайте. Вам будет жаль меня? Мне вас давно жаль. Это неправда. Не верю. Неправда. Куда? В контору работать. Про какую? Правду. Она сейчас тут говорила. Не знаю. Все. Не понял. Не понял? Thank you.